А, вот тут, да. Это Ленина все, да? Заходи. Ну, заходи, Полина, дома. Что? Заходи, говорю, Полина, дома. Я тебя красивую. Где? Ты ее продала? Да. Блин. Продала. Вот новая. Да мне такое, ну что я? В трауре, вот. Что ли? Нет, вон зелененькая. Вот такая, а сейчас, нет, так а сейчас модно, видишь, сейчас все темное идет. Видишь, что? Темное. Я хочу выделиться, ты у меня в темное. А, ну так я а что? Надо сразу было брать. Так сейчас, видишь, все такое Турция идет. Оно все в темном свете идет. Бедная все Турция. Платья, все турецкое, надо. Все такое. Ты же видишь, все выступают артисты, все в темном. Выступают. Платья, все. Я хочу позитива. Ну, так понятно. А у них, видишь, так вон, смотри, всякие. Есть? Всякие, всякие. Вот такая, ты не нравится? Тебя, вот такой джемперочек, надо, вот такой, такой. Тунику. А, надо я было брать, теперь. Пока висела, что не взяла. Да, за 2 с чем-то, да? 2200. Дешевле? Дерево красивая продала. Была или? Чего? Дешевле продала. 1800. Нифига себе, блин. Вот, вот. Одна смерила, приходила, да, ее? Нет, не мерила. Не я мерила, смотрела. Я же ей предлагала. Я смотрела. Она говорит, видела такую тунику, говорит, у Лены. А где сейчас Лена-то работает? Она говорит, наверху, я сейчас лет, мы до полгода мы тут не живем. А вот такой не хочешь клеточку? Мне нравится вот эта клеточка. А вот надо в клеточку. Малолетка, малолеточка. Хочется, чтобы вот такой вот орнамент, он все-таки пестрый. Так помери вот этот вот, это вот самое... красненький есть такая же. Помери вот эту вот. Ну красный мне. Помери вот эту, ты тоже хорошенькая, это новая модельки. Я хотела такую удлиненную, чтобы я купила длинные сапоги. И ты хотела как платьишко, да, чтобы оно. Да. Пиджачок хорошенький. Это костюмчик. Костюм, да? А это же новые, вот эти вот зелененькая новая. Не пойдете зелененькая там? Не хочу я такую. Чего, что длинная? Ну, она не особо длинная. А я так хочу. Я поняла, что ты хочешь. Длинные они все в темном. Вон, горошек есть темная в таком. Это тоже туника. Которую рекламируют. Ну, что я? Нет, я-то хотела... Та-то плотная да, была. Это вискозная, да? Лен. Да, вот такие и, еще как есть. Как тебе сказать? Видишь, такие тоже вот туничками. Ну, ты что, мне показывала, не да. Надо мне бабки на старье. Бабки на старье. Почему это? Девки молодые берут. Бабки на старье. Ну вот это еще куда ни шло. Так, подожди, сейчас я тебе... Так, а вот такая тебе не нравится? Так это там зеленый цвет, где может... Вот такая вот есть. Нравится такая? Вот такая синенькая, смотри, оно как платится. Вот, вот это может. Подойдет, не подойдет, 50. О, такое? Такого планчика, помери. Я хочу темного. Еще 300, да? А, ты темного не хочешь, да? Хочешь поярче. Такое есть. Вот такое серенькое. Ну что, это платье уже? Вот такое. Ну так что, платье? Одень платье. С сапогами и платье можно есть одеть. Есть платье. Ну, так у все, тебя брала один тогда. Раз одела и беси. А вот такую ты блестящую ты не хочешь? Вот такую? Да. Вот такую есть, смотри. Блестючую-то. Вот, смотри, какая яркая, блестящая, красотячая. Не хочешь такую? Какую? Она не длинная. Вот. Почему не длинная-то? Серенькая-то. Да. Серенькая длинная. Блестящая-то вот эта. Покажи, Лена, поближе. Она длинная. Она яркая. Такая вот. Размахайка? Да, размахайка. В смысле, размахайка? Расклешенная, что ли? Да, она размахайка идет. Померить? Может, вот эту? Васильковую у тебя? Померить. Не хочешь? Такую? Она свободненько. Помери. Помери, конечно. Померить давай. Да. Она тебе велика, во-первых, да? Да, некрасиво. Но и широка тебе она, и о, и подмышки-то еще. Под каждую подмышку можно по мужику засунуть. По мужчине под каждую подмышку можно запахнуть. Или одного Серегу моего. Так, синенькую видать. Белинку, но она хорошенькая, но она вещь не особо длинная. Ну, это-то, конечно. Ахалай-махалай. 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 Ирка, пенсии еще не было, а ты уже опять воображаешь. Опять уже воображать пошла. Нет, я-то хотела, Лена, чтобы с длинным рукавом было. Это ты четверти. А мы с тобой джим, а ты джемперочек, а я тебе, тебе надо длинненькую, да? Зеленая, а не знаю, зеленая модель. Тебе? Это новенькая. А есть вот эту модельчику?
Джемперок-то она купила, такой ничёшный джемперок. Где мы покупали джемперок-то с тобой? Воровина. На Воровина? Уж не помню, где ты купила. А там-то не посадила, на Воровина? Вот. Там не было. Она мечтала у тебя прикупить? Да, я говорю, туничку. Ой, такая туничка, где дела? Ой, где, где. Так, ну, идти-то ведь далеко, нам 5 километров. Я хотела зайти, думаю, посмотреть. Дали, Ира, вот красивые, вот, например, там мне вот нравятся вот, вот эти вот тунички. Вот они. Синенькие. Мне нравятся. Симпатичные. 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 Давай меряйся. Не надо поменьше размер ей? Это 50-й меньше. Да? Это как раз, видишь, плечо. Да, плечи-то у нее на месте. Это ну-ка, покрутись. Модерка. Покрутись. Угу. Ну, она такая тоже махалаечка идет. Ну, так это новая моделька. Новенькая моделька. Рукав длинный, да? Если бы с теми сапогами длинными, она была... Тебе хорошо, кстати, она. И цвет хорошо ей, да? Тебе надо было хорошо. Длинные сапоги. Да. Пошла за туникой. Я не пойду в замшу. А так хорошо села ей, да? Покрутись. Угу. Вообще хорошо. Ну, такая она, такая интересная, да. Да, так это новая. И с кармашками, и да? Есть, смотри, что, и расцветочка, рукав. И рукавчик, да. Приди с длинными сапогами еще, померяй, пока есть. А так хорошо тебе. Да. Да, вообще сидит хорошо, и цвет хорошо. Будь вот брать. Так вот. Пляжку открою. Да. До самой подмышки. Да, надо длинные сапоги было одеть, конечно. Лена, я не пойду в зимних сапогах. С собой надо было прихватить. Угу. А что-то не то. Не было бы тут сморщенного вот этого. Так-то она, конечно, оригинальная. Да, она оригинальная. Это новая моделька. Это новая. Она была в черном и в таком. В черном я не стала, в оливковом взяла. А? Ну-ка, Ира. Это хорошо, но темное. Мне вот нравится. Видишь, как хорошо? Это новая моделька. Да. Это вообще новенькая сейчас. Смотри, как хорошо, да? Мне нравится, и мне нравится модель. Сидит. Вообще модель хорошая. Мне не надо, никаких висков сразу. Нету, а то да. Сзади там обвисло, спереди ты коротко. А тут никаких она висков. И тебе ты мерила, у тебя как будто там все не хватало, как будто вот этого места. ЖПП не хватало. А здесь вот все, оно село на тебя. ЖПП и все хватает. Да. Так я говорю, хорошая моделька, я же ее. Да, хорошенькая. Я же ей говорю, что хорошая, она не слушает. Ну слушаю я, слушаю. Потом висит и висит. Ну что-то носить надо, не так, чтобы вот ты взяла. На улицу, что ли? Что висит-то? Вот не висит, ходит она, пойдет ногти делать, одевает, наряжается. Все куда-то пойдет, она носит, все, она молодец. Хорошая, да, моделька вот это хорошая модель. Угу. Хорошая модель. И шейка прикрыта, да. И... Угу. И вот здесь отделочка мне нравится. Кожаная, а, воротничок красиво, такой, да? Да. Кожаная отделочка, она как не темная, а какая-то вот... Здесь цвет еще темный. Да-да-да, нет, Ира, мне нравится эта штучка. Сколько ли она? Туда в зеркало, там ярче цвет. А, 1800. Угу. Хорошо, и с длинными сапогами оденешь. Не надо тебе ничего, длинные сапоги, ничего не надо. Не видно твои ножки. Модное все, это турецкое. Да-да-да, ну-ка. Потом посмотришь, вот я тебе. Можешь сейчас посмотреть, даже со стороны я тебе сейчас покажу. Прям прокручу. Не нравится? А мне кажется, хорошо. И с брючками оденешь, и без брючек оденешь с длинными сапогами. Ну смотри, конечно, сама. Ну что, понравилось? Ну, мне нравится, как на тебе сидит, Ира. Хорошо, я говорю, под лицо все к лицу, что не оденет. Хорошо. Все, Ира, на тебе вот. Прям как на тебя все делано, блин. Фигура модельная. Да. У нее все на месте. Плечики узенькие. Попочка что надо. Ноги тоже. Да. Ножки того, как у козырожки. Ну, вот у меня вот такие сапоги до колена. Ну так вот. С ними-то хорошо. Конечно. Да, красиво. Все хорошо. Твой раздевается. Есть, вот они. Надо разделать. Вот это праздничный. Да, вот это вообще супер. Да. Да, вот это вообще. Хорошо. Слушай, это вообще. Вот подчеркивает. Она и фигурка у нее здесь, и все. Не то, что там была вот эта. Ну, это видишь, в зависимости от фигуры, конечно. Сзади хорошо, вообще хорошо. Повернись-ка задом-то. Вообще отлично. Задом-то поверни. Спасибо.
На подиум. Повернись. И сзади хорошо, что сделано немножко подлиннее. Угу. Ира, хорошо. Все отлично. И ворот не такой открытый, как ты любишь. Нарядная. Как оно ты любишь. Освежает. Ты одела вот эта белая полосочка, да. Ты прям свежая. И снизу блестит. Я говорю, в темном оно тебе тут все хорошо, но был бы цвет другой, был бы с белой какой-то отделочкой. Снизу блестяще. То есть это хорошо. Фасон тебе хорошо сел, но тебе посветлее что-нибудь. Да. Она поэтому бы была... Что-то я не поняла юмором. О, пойдем еще в наш магазинчик зайдем, то да сё. Называется у нас то да сё, называется тысяча мелочей. Тут все тоже есть. Как у Иры все есть, от гвоздя до бриллианта. Как у Иры в этом магазине все, говорю. От гвоздя до бриллианта. Идем, 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 идем. Идем, идем, идем. Ой, блин, маску-то одеть, я забыла. Сейчас надену. Сейчас надену маску. Ой, блин, бумажка тут у меня. Сейчас надену. Хозяйственный магазинчик. А мне что-то надо ведь было здесь, Ира. Кастрюльку. А, ой, кастрюльку? Для трех картошек? Да. Кастрюльку. Что-то мне надо было. Чего-то было надо мне. Чего-то, чего-то. А чего не помню, не знаю. Сашка говорит, чтобы не пригорала. Алюминовая. Да. Как у нас бабушка говорила, не алюминиевая? Я не хочу. Алюминовая, говорит, кастрюлька. Да. Кастрюлька. Вот таких мисок ты, Сережка, у меня купил, только маленьких. Слышишь? Вот таких, у меня, говорю, Сережа купил мисочек, только маленьких. Ну, я знаю, у меня тоже таких. Было, но она очень сильно нагревалась. Конечно, я тоже купил. Я вот в этих делала, вот в таком тазике салат. Ну, ну, нагревала. Представляешь? Ну, съедали. О, Господи. Я вот такого купила, только маленькую. Она на даче вроде бы такая. Где чашечки хорошие? Какую чашечку где надо? Так чашки вообще, я переломала все стеклянные чашки. А, вот из которой меня чаем пьешь, да? Да. Сейчас я хочу вообще все поменять, хоть штуки 4 купить. Тут все, видите, бокалы, я не люблю бокалы. Бокалы ты не любишь? Я бокалы. Ну, пойдем пошарим. Нету, нету. Я спрашивала, ну, нету, нету. Хозяйственный ты заходила? Там, да, на втором этаже. Нет, конечно. Ты мне своими ковтюшками сбила меня с толку со своими ковтюшками и не напомнил. И не напомнил. Я это спрашивала тогда у Нади, она говорит, нету, я говорит, оставляю обычные там, еще дублирую их. Еще, говорит, их дублирую в хозяйственных этих штуках. Хозяйственных этих. Подвинься тоже мне. Не пролезу. Не могу пролезть. Не могу. Ладно, проходим, посмотрим, что тут есть, что почем. Вот идем, гуляем, прогуливаемся. Сходили по промтоварам. Шопинг сегодня у нас. Шопинг. Сейчас пойдем еще. А потом еще в этот молока куплю там. Через факторию пройдем потом. Через факторию-то. Через факторию. Молоком таскаться буду. Да, вот пройдем, да еще. Будут пускаться. Погодка сегодня хорошая, классная погодка вообще. Супер. И солнышко еще было. Сейчас вот уже скрылось солнышко-то. Не видишь дурака, солнце скрылось. Точно. Вот, идем, идем. Идем сейчас еще в Союзик зайдем. А что в Союзик нам надо? А мне в аптеку надо. В апотеку, в ипотеку. Пойдем. Ну ладно, идем, гуляем.